финальной игре лучшие. Тематической областью 6-го международного форума Академия школьных дебатов стала демократия и общество. В финале российской лиги командам пришлось говорить на весьма непростую тему. Усыновление. Каким образом должна происходить эта процедура? Команда утверждения выступает за введение законопроекта, который не позволяет будущим родителям, иначе усыновителям, самостоятельно выбирать ребенка для последующего создания семьи. Предлагает усыновление вслепую. И, соответственно, команда отрицания высказывает контраргументы. Любовь не изменяет ни щелчку пальца. Вы говорите, что любить все равно, но будет не кажется. Видите, любовь, оно как-то зависит от будет не кажется человека, которого вы любите. Четкие высказывания, позиция каждой команды ясна, но кто же победит? Интрига остается вплоть до объявления результатов. На этот раз команде отрицания удалось быть более убедительной. 6-й форум Академии школьных дебатов подводит свои итоги. За эти несколько дней здесь, в лагере «Юнармеец», он подарил немало ярких моментов и один из самых торжественных церемоний награждения. В двух лигах были выбраны лучшие спикеры, а также команды. Стоит отметить, как и в прошлый раз формировались они методом компьютерной выборки. Учащиеся одного образовательного учреждения дебатировали в разных командах. Такой метод позволяет вывести участника из так называемой зоны комфорта, усовершенствовать коммуникативные навыки. Огромное спасибо выражаю всем экспертам, которые приехали к нам на очередной форум. Вы, ребята, молодцы, вы креативные, вы классные. Конечно, спасибо огромное всем организаторам, волонтерам, руководителям образовательных учреждений нашего района, которые вместе с Комитетом по вопросам образования взяли на себя основную роль организаторов. Конечно, очень много за эти дни вы здесь сделали. И, конечно, вот сегодня в очередной раз очень сложная финальная игра. Форум проходил в международном формате. В нем приняло участие более 250 человек. Школьники из различных регионов страны, а также ближнего и дальнего зарубежья в течение 5 дней дебатировали на 2 языках каждой выбранной лиги. Проходили тренинги, учились у экспертов мирового уровня из России, Великобритании, Словении, Польши и других стран. Поскольку форум состоялся, я уже могу сказать, что у нас самый крупный на территории СНГ форум для школьников. Аналогов нашему форуму нет. И за это огромное спасибо Щелковской администрации, главе района Алексею Васильевичу Валову, который этот форум поддерживает. И мы уже проводим 6-е мероприятие за последние 3 года. Программа была очень интенсивная. А вы знаете, не было проходного мероприятия. Проведение следующего форума планируется на март 2019 года. Он обещает быть не менее интересным. Анна Балиет, Александр Аржевский, телерадиокомпания «Щелково».